Казанском университете заканчивает свою работу межрегиональная научно-практическая конференция национальной литературы Республик Поволжья «Проблемы межкультурной коммуникации». В завершении мероприятия состоялся круглый стол, на котором специалисты с разных городов России и представители Казанского федерального обсудили проблемы межлитературных взаимодействий в республиках Поволжья. Проблематика чрезвычайно актуальна для нашего Приволжского округа, поскольку Казанский университет действительно находится вот на пересечении Востока и Запада. Здесь взаимодействуют разные культуры, литературы. И вот наиболее такой актуальной проблемой является проблема национальной идентичности, как она проявляет себя в условиях межкультурной коммуникации и межлитературного диалога. Круглый стол призван поддержать научный потенциал специалистов в данной области, а также привлечь внимание научно-педагогической общественности к актуальным проблемам преподавания литературы. При обсуждении этого круга проблем, я думаю, должны быть выявлены какие-то результаты и, может быть, обозначится роль Казанского университета как вот центра при изучении межкультурных взаимодействий в Приволжском округе. В течение 2 дней усердной работы конференции специалисты приложили максимум усилий, чтобы найти пути решения целого ряда проблем межлитературной коммуникации и выяснить, действительно ли литература имеет свою неповторимую художественно-эстетическую природу. Адель Шамилова, Роман Самарин, Универньюз.